И всем привет, с вами Блюкет, и сегодня я буду играть в Бравл Старс. Да, это мое первое видео по Бравлу. Камера, я что-то как-то не туда смотрю почему-то. Ну, потому что вижу Бравл тут. Ну, ладно. Это мое первое видео с камерой и первое видео по Бравлу. Ладно, пусть камера, думаю, будет тут. И, да, у меня появился свой клуб. У меня в Бравле есть много бойцов. Ой, что это? До конца трофейной лиги. А до конца Бравл Пасс сколько осталось? 17 дней. Это очень долго. Это очень долго. Это очень долго, подписчики. Нет, у меня есть бравлеры Нитом. На Ниту вот есть скин такой. На Пока скинов нет. На Майка вот. Ну, есть у меня один скинчик. Я сейчас буду сначала вам показывать, какие у меня скины есть. На Тика нет. Вот на Бо тоже нет, что будет у меня. Эша я выбил со 100 призов Стар. Из игры у меня есть только один. Беглец гей. На Чака нет скинов, что я почти не играю. Ну, конечно, есть подарочный скин на Шелли. Вот это максималка. Это Макс, это максималка. Камера лучше будет посередине пусть. Что это максималка, подписчики. Скин на Кольта. Ну, у меня есть вот, есть бандит Кольт, есть рок-звезда Кольт. У меня он из Лего дома есть. Из Лего. Фигурка. И эпический скин Темный ангел Кольт. На Була у меня есть скин эпический, там редкий, два редких. Я всегда ношу Лефа Була Альфа, льва. Этот, ну, Эльприм, это единственный, кто у меня на максе, как вы понимаете. Ну, тут у меня второе золото на нем. Ну, то есть вторая бронза. Я на нем вторая бронза на Эльприма. Вот так. Что я все равно за него не особо играю, у меня так все плохо. Скин на Брок у меня есть вот только хэллоуинский. Скин на Барли у меня. Это алый волшебник Барли и позолоченный Барли. Есть редкий и сверхредкий скины. А, вот. На Розу скинов, увы, нет. На Джесси скины отсутствуют. Кстати, появился новый скин. Охотница Скади. Скади Джесси. Ну, у меня скинов нет. 8 бит. Я за него часто играю, но скинов, увы, не имею. На Рика, да, это тот, кто вам показывал. Главный босс Рика. Я его выбил из этого, из приза. Эпический скин. Ну, это, конечно, это бесплатно, это и не скин у него, который у меня есть. Это вот Омега Ящик Дэрил. Ну, на Пенни... У меня скина отсутствует. На Карла у меня вот есть три скина. Гоблин. Всадник на кабане Карл. И Карл Леонард. Два сверхредких, один редкий скин. На Джеки нет. Джеки. Ну, на Гаса есть. Бойскаут Гусь. Гас Гусь Салли. Его у меня, увы, нету. Гуся срали. На Эмс тоже скинов нет. Ну, хотя бы заметьте, что у меня хоть Эмс есть. Но на Сту есть. Суперзвезда Сту. На ПМ нет. На Фрэнка нет. Нет. Стоп. У меня же есть скин на Би. А нету. Что вообще не помню. На Грома нет. На Бель нет. Вот есть сверхредкий скин на Лолу. Это галактическая Лола. Я обожаю этот скин.
На Байрона нет, на Уиллоу нет. Стоп, алло. А, на Уиллоу есть скин. На Уиллоу у меня есть скин. Есть на Уиллоу скинчик. На Мику нет, ты понял. Ну, на Мэг нет. На Вольта нет. А, стоп. А, нет, нет. И на Китика на моего, на Блэшеджа. Это Билли Кит. Подарочный скин. Жамон. Ну, это Блюкетом. Ну, так как вы сказали, что когда я выбирал скин на неделю, вы набрали 9 лайков. Это больше 5. Я только что осмотрел. И беру сейчас я... Где-то на Салатарику. Я только что убрался. Вот, рикошетик. Я сегодня буду играть в испытание боя с боссом. Сейчас у меня есть еще тиммейты, интересно, хорошие или будут. Это такой дизлайкер, но у меня он с яичком. Три яичка, но ведь он рикошет. Еще и в этом смысле. Смотрите на количество просто сейчас этих шариков. Давайте смотрите на исход боя. Как все пока. Это первый раз, когда я вижу тут. Я сейчас, кстати, найду штуку для Мэйка с колена. Вот щетка. Ну, щетка нам хуй не нужна, увы. Ладно. Тогда буду делать скорее, как раньше. Теперь камера, ну, вот та нужна для того, чтобы, ну, я мог видеться. Именно я. О, видите эту картину? Да, это, эти картины еще из детского сада. Мы их повесили. Честно, мне 11 лет. Мне 11 лет, да. Да, мне 11 лет. И... Может, непонятно, не видно, может. Стоп. А, один пал. Один товарищ по команде пал. Ой, какой босс. Сос. Ладно, потом скринчик сделаю. Оп, главное, чтоб я сейчас-то не пал. Ай. Ну да, это долгожданное, конечно, видео по Бравлу. Я потом поиграю немножко в мега-копилку. Ну, играть я буду пока с Рику сегодня. Сейчас скин не на неделю. Конечно, я не особо люблю Рику. Вообще мне этот скин не прям уж замечательно, не прям уж лучше всех зашел. Но скин мультяшный. Это, мне кажется, единственное, почему я его так люблю. Чего я его хоть как-то люблю. Это единственное. Еще 53% на нем. На 8%. Джан, это вообще где-то просто в другом мире, в другой вселенной сейчас летает. Вон босс. Босс находится там. О, нет. Камера переходит в режим энергосбережения. Вопрос, зачем? Ой, ну сдохли. Секунду. Ой. Ставьте лайк, подписчики. Ставьте лайк. Честно, ставьте лайк.
чтобы спасти Рика, чтобы он не грустил. Поставьте лайк, чтобы хоть немножко он не был таким грустным. Конечно, жалко то, что мне кто-то в пост команды кучел приглашал. Ладно. Да. У меня появился свой клуб. У меня вторая серебряная, второе серебро. Хоть, кстати, есть идея. У меня теперь будут выходить видео по правилу. Хоть здесь, чтобы войти, чтобы попасть в клуб, нужно 5. Нужно 5,5. Нужно 5500 трофеев. 5,5 трофеев. Нужно 5500 трофеев. 5500 трофеев нужно. И желательно, очень-очень-очень желательно на YouTube подписаться на Blue Cat Play. Синее сердечко. Мы копил кем? Я президент России. Если вы не знали. Я пока буду играть в ранговый, с ранговый бой. Классика, бро-бол. А если у меня на Рика 9 левел? На Рике 69 левел у меня. Нет ли у меня на Рика? Нет. На Рика нет. Ой. И я возьму Эдгара. Я обожаю Эдгара, что помню, когда я раньше получил, что я думал, что Фрэнк и Эдгар это такие бравлеры, что они тогда уж будут бесконечно выигрывать. Ну так как я сейчас, увы, не бесконечно выигрываю. Ну это было так-то еще не очень так-то и недавно, а очень даже давно. И сейчас сразу забиваю гол. А то мне нужна, очень нужна золотая. Сейчас сначала третью серебряную, а дальше золотую, да. Или у меня сейчас третья серебряная, не помню. Ну, он также по-хрисовски делать сейчас. Ну, если сначала, мы так по очереди будем делать. За Вантуза. За Вантуза Моена. Как говорил Титан Камерамен в своем. Нет. Как же меня сдавал этой Тершелье. Если возьмешь просто и... А, я зол. Я зол. Я так зол. Получай, гадин. Ух, пенис подобрал. Мяч. Леон, я люблю тебя, давай. Нет, нет. Нет, ну уничтожьте меня, что у меня есть гаджет. А гаджет... Эта штука добьется. А уже не Тершелье, ты уже задолбала. Задолбала меня Тершелье. Все, побежали. Будем прыгать. Будем прыгать, подписчики. Будем прыгать. Спасибо, молодец ли он. За то, что Шелли урыл. Тут 1-1. Сейчас мне кажется, что мы выиграем. Что сейчас, когда будет когда будет ничья, будет дополнительное время, то я думаю, забью я сейчас, или кто там. Я же говорю, что думаю, сейчас я забью. Видите? О, крыса. Не получится у тебя.
Леона. Леона у нашенького. Машенького. С гиперзарядихом. Давай, Джейс. Леончик, гони. Ах ты ж крыса, ах ты ж крыса, ах ты ж крыса. Нет, не дам. Не дам, вы клоуны. Идите нахуй, клоуны, тупые. Джейс с гиперзарядом. Ах ты ж крыса, ах ты ж крыса. Я давай. Сейчас мне кажется, вот ничья, честно. Сейчас так для клоуна. За ничью превышается, ура! Можно так и на ничьях выигрывать. Вот минус. Ничья. Это очень долго ничья. Блин. Почему? Почему? Я ненавижу захват кристаллов, суки. Уж знаете, что я ненавижу захват кристаллов, твою мать. Жалко, что на сейме нет. Что мне нужно третье серебро. А то мне еще золото. Мне золото очень нужен. Золотое этот, золотая. Золотая. Кстати, кто думает, кроме меня, что скоро выйдет Бравл Толк новый? Ян клоун. Если не получится. Выигрывать будем мы. Ой. Так-то мне нравится. Это кажется, одно старое, что можно поиграть так. Повеселиться. Байрон, такая... Это же травилка, да, Байрон. Нет, Леончик. Все, сука, получай, твою мать. Выпали алмазы из тележки. Это так? Это из тележки или же выпали? Ставлю свой спрей. Значит, что колодец мой. Нет, у вас не получится, что колодец мой. Что я там спрей поставил. Все, крыса, давай. Ай. Мне больно. Очень. Я еще думаю 5 на 5 поиграть. А то уже вроде бы 5 на 5 он уже осталось, или нет? Да блин, сейчас они же подберут таков, ну. Давайте, отливайте срочно тех. Какой блок, чёртый. Леонардо, да секс. Да секс. Леонардо, да секс. Блин. Они сейчас же все это подберут, нет. Эти крысы тупые, сука. Ах вы ж крысы. Получай, твою мать. И все, мне кажется, это хана. Хотя, нет, у меня Эдгар. Надо просто сейчас некоторых из них убить. Их часть, то отчасти их сейчас надо убить тут. Нет, пошли нахуй, пошли нахуй, пошли нахуй, пошли нахуй. Да блять, да вот пиздики. Пошли нахуй, пошли нахуй, пошли нахуй. Пошли. Подхалим, твою мать. Да их уже, у них больше раз арксасов. Все это ГГ. Это хана. Это хана, это хана, это хана, это хана. Па. Кто выигрывает? Да блин, да почему? Надо нам сейчас кого-нибудь. Иди сейчас на одном на ульту на кого-нибудь из них набить, сейчас убить Байрона. У нас еще есть время. Как еще время? 9 секунд. Ну все, это фанат. Блин, как же меня не задолбали. У
Все задолбало. Да сука. Мне нужен Эдвард. Попробуй, мама. Попробуй, Джага. Попробуй, мне это надо. Но вдруг мне кажется, что кружится моя голова. Мы мармеладные, я не права. Мне кажется, что кружится голова. Ой, мармеладный, я не права. Yes. Совсем. Блин, че сюда проигнул? Ну, понимаешь, у них уже хп все. Ну, у них сейф, то есть хп меньше, чем у нашего. Что у нашего, то можно сказать, что по сравнению с ним, с их сейфом, у нашего полное просто. Они нашим 1% снесли. Это очень мало. Это очень мало. Чтобы вы знали. О, они накид на нас устроили, то есть. Ты охуел, медведь? Теперь Кольт. Кольт. Каким этим так чувством? Жопочным чувством? Бундук. Бундыр. Бундан. Бандон. Они на наш сейф сейчас нападу делают. Надо нам сейчас быть аккуратней, честно клянусь. Надо быть аккуратней. Я клянусь то, что говорю. Правильно. Но все равно мы уже почти весь сейф вам разгромили. Поэтому сейчас у меня будет третье золото сейчас будет. Какое третье золото? Третье серебро, то есть сейчас будет. Блин, у них мало, у них намного. Намного. Просто меньше, чем у нас. Это кто с вами сейчас с врагами я справляюсь сейчас за секунды. Сейчас можно просто вот эти 15 секунд подождать. Сейчас у нас временное такое. Сейчас, кстати, надо успеть мне спрейчик поставить. Yes. Сейчас звездный гол круто. И не тратите серебро, что ли? Я уже злюсь так. Вот у нас были такие силы. Я прошу вас. Ребята, я беру Эдгара. Я думал, может Фрэнка взять. Но, увы, на Фрэнка у меня не хватает. Мне кажется, что кружит моя голова, мой мармеладный. Я не права. У них тут бравлеры как-никак сильнее, сейчас все может быть. Спуск. Ой, сука, сюда хана. Тебе ГГ, мразь. Лучше, конечно, просто вот сейчас держать время. Ну, то есть держать на время. У меня так время так и поддерживается. Мне кажется, или мы уже проигрываем уже потихоньку. Тоже. Это логика. Бля, ну что? Неадекватно. Они считают то, что свою копилку и копилку. Ладно, я не
Фейтхамон. Такая сила просто. Но все равно сейчас один бой надо выиграть. Я... Ну так на 30 минутах, я думаю, закончу. Что еще вот пару боев. Потом я где-нибудь. Я сейчас пока не получу третье это. Никуда не пойду. Челик. Я предполагаю, ему надо обратить к какому-нибудь буквально скипер заряд. Можно будет до кого наедь. Враги. Блин. Ворон. Спайк. Эмс. Очень сильные враги, реально. Аджи, ограбление. Подписчики. Иду. Да блин, что я думаю, что это ограбление? Мне здесь надо просто убивать. Получать. Убивать, то держаться. Ну так ладно, блин. Ну кольт. Он один кристалл остался. Твою мать придурочную. Не убивай, прошу тебя. Хотя хана, говно. Говно ты ходячее. Твою мать, клоуны. Ну ладно. Надеюсь, вам понравилось видео. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем пока.